И, как вы уже поняли, данный мод добавит нам в игру лифт. Итак, давайте я вам покажу, какие предметы нам для лифта понадобятся. Нам понадобится связыватель устройств, лифт, блок управления лифтом, мануал, который нам все-таки не понадобится. Он нам нужен лишь для того, чтобы показать, как мод работает, но он на английском. Итак, связыватель устройств делается вот таким образом. Лифт делается вот таким образом. И блок управления лифтом делается вот таким образом. Ну и на всякий случай покажу, как делается мануал. Связыватель устройств и книга. Итак, лифт может быть из любых блоков. То есть мы можем даже вот, например, давайте сделаем. Первый блок будет так, подавите, сбросим его. Так, чтобы создать лифт, сначала мы должны нажать правой кнопкой мыши по начальному блоку. И потом выбрать, где у нас лифт будет заканчиваться. Допустим, давайте вот тут. И мы должны зажать Shift и плюс правую кнопку мыши. И, как видим, текстура немного изменилась, и написалось то, что лифт успешно создан. Теперь мы должны нажать Shift плюс правую кнопку по лифту, и дальше нам понадобится блок управления лифтом. Мы нажимаем по нему правой кнопкой связывателем устройств, и после чего зажатым шифтом нажимаем на этаж, который мы хотим присвоить этому блоку. То есть, допустим, это у нас будет первый этаж. Теперь мы создаем второй блок, и лифт будет подниматься на уровень данного блока, тоже правой кнопкой с устройством вот этим. Потом правой кнопкой по второму этажу, как этим пишут, установим второй этаж. И теперь, когда мы нажимаем второй этаж, как видим, у нас должен он поехать, но он почему-то у нас не едет. Мне кажется, что это из-за вот этого стержня. Да, верно, он ехал из-за стержня. И, как видим, он у нас поднимается. Он у нас так поднимается, и можно опускаться на нем тоже. Нажимаем первый этаж, и, как видим, он едет назад. Ставить на него мы ничего не можем, как видим. То есть, вот как видите, я пытаюсь что-то поставить, но ничего не ставится. То есть, рядом ставится, а вот именно в этом месте ничего нельзя поставить. И сломать его тоже нельзя. Итак, давайте я, например, создам какой-нибудь лифт в каком-нибудь доме из этого города. Итак, показываю, как сделать. Для начала мы сбрасываем, если вы уже создавали лифт. И теперь нажимаем правой кнопкой, и потом Shift плюс правой кнопкой мыши. Как видим, у нас даже маленькая подсветка такая появилась. Делаем связыватель устройств. Привязываем его к первому этажу. И так нужно сделать с каждым этажом. И получится довольно интересно. И, как вы видите, я уже закончил лифт. Как видите, у меня аж получилось... Так, как-то я застрял в нем. У меня получилось аж 14 этажей. С шейдерами это выглядит так, как будто они подсвечены. Итак, давайте, допустим, поднимемся на самый высокий этаж. И, как видим, у нас лифт поехал вот с такой скоростью. Конечно, не очень быстро, но до каких-нибудь таких зданий очень хорошо идет. То есть, как видим, у нас прям на каждом этаже я расставил вот эти блоки, которые позволяют нам подниматься. И давайте опустимся, допустим, на 10 этаж. И, как видим, он у нас спустился и замедлился. Если честно, то я не до конца понял, для чего нужен блок лифт, потому что лифт без него тоже работает, но не знаю. Ну что ж, это был мод на Майнкрафт, позволяющий нам создавать лифты. И всем пока!